В апреле этого года компания «Нектар» достигла собственного рекорда по реализации сока – 9 миллионов литров. Это не единственное, чем гордятся производители. Благодаря запуску новой линии натуральным соком можно будет обеспечить еще больше жителей региона, а также расширить географию сбыта. Новая линия – это новый качественный шаг вперед. Это в 3 раза увеличение производительности самой линии. И как следствие, это увеличение общей производительности труда в нашей компании. Мы видим, как активно, как бурно компания развивается. Она не только производит готовую продукцию, она фактически занимается этим от питомника и до прилавка. В России такая линия запускается впервые, но она уже признана многими мировыми производителями. После использования материал, из которого сделана упаковка, перерабатывается. Производство здесь полностью автоматизированное. Сначала картонная труба с соком поступает на конвейер. Специальный механизм придает ей форму, которую мы привыкли видеть на прилавках в магазинах. Для производства такой упаковки нужно минимум материалов и электроэнергии. Мария Левина, Николай Епифанов. События.